Здравствуйте. В нашей семье два сына. Оба являются учениками школы искусств имени Саввы Ивановича Мамонтова. Они учатся на отделении духовых и ударных инструментов. Старший сын, Марк Захаров, еще в детском саду выбрал инструмент под влиянием своего одногруппника и первым проявил тягу к музыкальному образованию, чему мы очень обрадовались. Сейчас он заканчивает класс флейты. Его брат пошел по его стопам, но выбрал другой музыкальный инструмент, тоже духовой.